Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посетить группу ВК биржа Радмир Ролиплей. Тут вы можете покупать и продавать игровые имущества, а также у них каждый день проходят конкурсы на игровую валюту и машины. И прямо сейчас проходит конкурс, пацаны, на 5 миллионов. На 5 лямчиков проходит конкурс. Я тоже буду участвовать. Ссылочка на группу будет в описании. Участвуйте, в принципе, подписывайтесь и выигрывайте. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Радмир Ролиплей 2 сервер. Итак, чуваки, что же в этой серии будет? Я думаю, вы догадались, в принципе, так, надо вот это немного подвинуть, извиняюсь, пожалуйста, можно вот так вот хотя бы, вот чуть подальше еще, вот так вот будет нормально все. Итак, смотрите, пацаны, кар, загрузить. Как вам? А? А? Нормально, пацаны, да, нормально. Короче, мне тут подкинули бабок. 4 миллиона, блин, на BMW. Короче, прям охуенчик, пацаны. Просто охуенчик. Я эту BMW салона взял. Теперь у меня две бэхи. Вот мой корч такой, блядь, для дрифта. Ну и вот BMW. Хотя на этой бэхе, блядь, я так боком ебашил, Женя, брат. Пацаны, вы бы знали. Сейчас я пробую тоже вам это показать. У меня просто радости полные, блядь. Трусы нахуй, сука, ебаный в рот. Поэтому... Серичка будет чётенькая. Так, блядь, я постоянно путаю. Как машину заводить. Короче, надо рем, пристегнуть ремень, короче. И тапочку в пол сейчас дадим. Едет она 250 километров, пацаны. 250 километров. Это вообще чётенько. Купил я её салона за 3,9. Можете пробег посмотреть. 37 пробег вообще. Номера я вот я поставил. Конечно, херовые номера. Ну, неважно, какие номера. В принципе, главное, какая тачка, я думаю. Просто, смотрите, можно так вот бочком, блядь, на скорости просто на ней валить. Вот это было близко, увидели? Просто за это лайк, блин. Просто на ней можно так дубасить, пацаны. Она такая быстрая, просто такая резвая. Да, я за нее дал последние бабки, просто у меня бабок даже не осталось толком. Но я так доволен, что я купил все-таки эту машину. Я реально очень доволен, что я купил эту тачку. Это очень круто. Прям очень круто. Блин, теперь у меня две бэхи, просто мне больше ничего не нужно, пацаны. Теперь у меня две бэхи, блин, заговариваюсь. Просто все охуенно. Одна валющая, блядь, 250 км, другая боком валит. Хотя это тоже боком валит, не хлеще чем-то, я вам скажу честно. Просто вот так вот можно ехать боком на скорости 150. Просто спокойно, она очень рулится на самом деле. В дрифте прям очень рулится. Мне это очень нравится, я... Когда только, понимаете, когда только на этот сервак зашел, я сразу взял эту тачку в аренде, и она мне очень понравилась. Я реально от этой тачки просто кайфую, пацаны. Просто с вас реально лукасы. Я думаю, вы тоже, блин, вам очень тоже нравится эта машина. Она очень крутая на самом деле. Ну, кто не знает, это BMW заменяется ID466, самая быстрая машина в КРМП, но здесь это не самая быстрая машина, самая быстрая здесь, походу, для Феррари, хотя я думал, Авентадор. Но все же, блин, тоже тачка очень быстро едет, 250 км. Просто так можно угла давать на нее. Я реально просто на ней угла можно спокойно давать. Я на скорости 200 на ней угла давал по дороге в Батырево. Просто реально очень рулится, управляется. И меня, я ее именно полюбил из-за управления на самом деле. Ну, внешность, конечно, у нее тоже хорошая. Ебать! Ебать, чувак боком зашел, видели просто? Конечно, это зимняя физика, пацаны, это прикольно. Это реально очень прикольно. Что-то было. Чубарь, по-моему, поехал, да. Просто, смотри, как можно перекладочки просто делать. Реально, я очень рад, что купил эту тачку. Просто очень рад. Никакую другую тачку я бы не хотел, кроме этой. Я очень хотел эту машину, и все-таки она... вот у меня она есть теперь. Это реально просто жестко. Но я реально очень доволен, что купил эту машину. Она очень крутая. Просто сейчас давайте я вам покажу. Сейчас поедем в эту сторону, покажу, как она боком дает. Так, смотрите, просто смотрите, боком идем. Просто боком. Сейчас тут поворот, по идее, будет. И мы зайдем бочком. Вот этот поворот, короче, и давайте боком зайдем. Просто на изи. Ух ты, блин! Ух ты, блин! Ах ты, ёпта, налево. Я не увидел, блин, вот эти, конечно, ремонтные дороги, это жестко, пацаны. Их никогда не видно, блин, толком. И, пацаны, на них можно разложиться. Так, давайте здесь боком дадим.
Ну, я думаю, в принципе, это будем заканчивать. Я так коротко вам рассказал, что я купил эту машину. Все-таки теперь она у меня есть. Буду почаще, кстати, снимать на Радмире. Если вы хотите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the north. She was